Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 12 ноября. В этот день наши бабушки и дедушки по приметам судили о грядущей погоде. Ветер длительное время дует в одном направлении, потом изменяет его к сырой погоде. Домашние птицы прячут голову под крыло к холодам. По небу быстро движутся черные тучи, или оно покрывается светло-серыми облаками к продолжительной непогоде. А какая же погода ждет нас завтра, 12 ноября? Сейчас я вам об этом поведаю. В поселке Лужайка Выборгского района Ленинградской области воздух прогреется до 3 градусов. На дворе второй день идет дождь. Резиновые сапоги надевать уже не стоит, но о непромокаемой обуви позаботьтесь. В поселке Лужайки городского округа Шахунья Нижегородской области 0 градусов. Как пела прекрасная Лариса Долина, ни лето, ни зима. Такая температура продержится несколько дней. В селе Лужанки Сретенского района Забайкальского края столбик термометра остановится на отметке плюс 4. Снег побеспокоит местных только один день. После будьте готовы к яркому солнышку. В деревне Лужа Волховского района Ленинградской области пока плюсовая температура. За окном плюс 3 градуса. Друзья, надеюсь, вы уже поменяли резину на автомобиле, а то на дорогах сейчас неспокойно. Напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!